1936 году выслали наших родителей, репрессировали. Здесь ничего не было, была пустыня просто одна. Барханы, там, змеи, черепахи, сослики. Зимой волки придут, по крыше ходят. Ну, в Кыргызстане очень хорошо жить, спокойно. Народ дружелюбный. Ну так, вот так и живем мы. Мы тоже кыргызы. Дети были маленькие на поле, на свекле. По 5-6 гектар обрабатывали. Было тяжеловато, конечно, но работали. Детей кто поднято, одна нога. А сейчас вот такими делами занимаемся, хозяйственно. Я закончил 7 классов. Потом от совхоза направили меня в Токмак. И стал механизатором широкого профиля. И работаю вот где-то больше 40 лет. А различий у нас нет никаких. Живем все дружно, мирно. Ходим в гости друг к другу. Всех два праздника. Орозо Байрам и Курбан Байрам. Ходим по домам, поздравляем, садимся, поедим, Коран читаем, делаем дуа.